Город еще только просыпался, а он уже шел по улицам, самый желанный гость – праздник. Доброе утро, товарищи пассажиры. Вагон ведет вагоновожатая Зимарева. С праздником вас, дорогие товарищи. Первыми его встречают те, кто в этот день работает, кому доверена почетная вахта. Среди них Людмила Зимарева. В трудовых рапортах калининцев есть и ее доля.